Наверное, обе команды ушли с поля неудовлетворенными. Уж очень много ошибок было допущено при монотонной игре. Это был также весенний футбол со всеми его недостатками. Арарат может радоваться только заработанным 2 очкам, но отнюдь не игрой. А сделал такой подарок ереванцам защитник динамовцев, совершенно неожиданно сыгравший рукой. Саркисян реализовал пенальти. Произошло это во втором тайме. При всем желании футбольному обозрению не удалось набрать моментов игры, которые заняли бы больше 1,5 минут. Вот потому такой и короткий отчет об этой встрече. Осмелюсь предположить, что у минчан и в нынешнем сезоне будут большие трудности и с составом, и с игрой. Это легко наблюдалось в недавней встрече динамовцев на Кубок страны с ЦСКА. Прежде всего, сказывается отсутствие острых нападающих, да и средняя линия, призванная и вести игру, и атаковать только в стадии становления. Сделаем все-таки скидку и той, и другой команде на начало чемпионата. Отнюдь не все сразу заявляют о себе в полный голос.